наш Тульский регион оказывался в средствах массовой информации, это в 2011 и в 2012 году, по чрезвычайному происшествию, связано с дорожно-транспортным происшествием с участием множества автомобилей на автодороге М2 Крым. К сожалению, у нас видно такое расположение географическое, что вот это аномальное явление, выброс снега, встреча теплого и холодного фронтов, и в течение 3-5 минут максимальное количество выпадения осадков влечет за собой тяжесть последствий. В 2011 году столкновение 37 автомобилей, там, где есть пострадавшие и погибшие, в 2012 году более 42 автомобилей, то есть 17 эпизодов дорожно-транспортных происшествий на участке дороги протяженностью менее 1 километра. Проблема очень актуальна. Этот снежный заряд мы изучали в прошлом году, работали с нашей метеостанцией, понять, где он может быть, этот снежный заряд. Он может возникнуть везде, и на трассе Дон, и на трассе Крым, и в городе Туле, в черте. У нас же тут и в Туле есть скоростные участки, это улица Октябрьская, подъездные пути к городу Туле. Поэтому тяжесть последствий может быть необратима. Что мы предлагаем? Это владельцам автодорог и организациям, осуществляющим обслуживание автодорог на территории Тульской области, обеспечить готовность сил и средств к немедленному реагированию в случае ухудшения погодных условий, которые могут вызвать затруднение или прекращение дорожного движения. Это мы предлагаем. Но прежде всего нам каждый день нужно мониторить ситуацию и получать из гидрометцентра сводку, которая действительно будет соответствовать действительности. Вот здесь нам не упустить, хотя бы мониторить ее каждый час или каждые два часа, чтобы своевременно среагировать. Второе. Сотрудниками госавтоинспекции обеспечить максимальное выставление нарядов ДПС при оповещении о предлагаемом ухудшении погодных условий и при возникновении необходимо осуществлять отвод и перепуски транспортных средств по старому направлению автодороги Крым. Я почему акцентирую внимание на автодороге Крым? Потому что все два эпизода произошли именно здесь. Это от Ясногорской развязки до Богучару на данном участке, до 155-го километра, именно развязки поворот на Тулу. Акцентирую здесь внимание. То есть мы предлагаем в случае получения информации, значимой информации, перепустить движение по старому направлению, инициировать либо ремонтные работы. Будем работать в средствах массовой информации с местным населением. Ясногорский, Алексинский район, минимизировать количество выезда транспорта на федеральные трассы, чтобы во избежание массовости столкновений и тяжести последствий. И третье, предусмотреть организацию круглосуточного дежурства бригад скорой помощи в период предполагаемого ухудшения погодных условий.